Ирина Данилова не скрывает возмущения. Женщина едва смогла получить свидетельство о смерти отца. Ради этого пришлось несколько дней ходить в паспортный стол. Причина тому – огромные очереди. Там условий никаких нет. То есть очередь, если мы пришли сегодня 9:30, мы были 67-е. Люди, кстати, говорят, что занимают чуть ли не с 6 утра там очередь. У дверей учреждения стоит бабушка с маленьким ребенком. Галина Поморцева второй день пытается прописать внука. Сегодня пенсионерке пришлось прождать в очереди несколько часов, а потом позвать родителей ребенка. Ведь только они имеют право подавать документы на прописку. Невозможно пройти на прописку документы. 4 часа стоят, чтобы сдать документы на прописку. А вот каково вот с маленьким ребенком, мать должна пройти и прописать его. У кабинета паспортистов обстановка уже напряженная. Люди то и дело путают, кто за кем стоял. Вы после настройки, который вот... В прошлом году паспортистов из разных районов города перевели в одно здание. Теперь они работают на Советской 9 в жилищной службе расчетно-кассового центра. Теперь тут обслуживают многоквартирные дома поселка Белимбай, весь Первоуральск, кроме микрорайона Динас и частного сектора. Учреждение работает без перерывов на обед, но принимают желающих не так быстро, как им хотелось бы. 3 часа сижу уже здесь, и конца края не видно. Специалисты уверяют, пытаются сделать все, что могут. В штате 9 сотрудников, 2 ушли на больничные, поэтому справки сегодня выдает даже начальник службы. Такой наплыв явления сезонное. Сейчас идут в основном за различными справками, заменой паспортов, а еще за постоянные временные регистрации по месту жительства. Вчера по этому поводу обратились 80 человек. Из них более половины обратившихся – это будущие первоклассники. Значит, обращаются в основном за временной регистрацией по другому месту жительства, но связано, видимо, с выбором школы. Кстати, в некоторых случаях стоять в очереди вовсе не обязательно. Например, для регистрации по месту жительства документы можно подать через сайт госуслуг, после чего надо будет просто прийти и получить уже готовые документы. Также, по словам специалистов, через интернет можно подать заявку на замену и получение паспорта. Александра Поддубная, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.